Всем привет! А никого нет. Всем привет! Сегодня 14 января. Я узнала, что с завтрашнего дня в Питере снимают все новогодние украшения. Поэтому мы срочно идем все осматривать, все запоминать, чтобы это осталось в памяти. Фотографировать, снимать. Иду возле Авроры с работы. Завтра суббота, будет много времени, чтобы это делать в домашних делах. А сегодня мы будем наслаждаться Питером. По большому количеству запросов от своих друзей из Омска я буду максимально все снимать на видео, чтобы это осталось мне на память и чтобы все посмотрели. Кого-нибудь посмотрите сейчас здесь быть, замотивировать, скорее приехать ко мне в гости. Так что смотрите, ой, сегодня луна такая красивая. Сегодня плюс 1 градус. Вот так все подтаивает. Это очень скользко. Здесь не показать, здесь снежок. Но в большинстве случаев все тротуары покрыты льдом. И при мне сегодня даже один мужчина упал. Я не успела к нему подбежать. Он сам справился в своей ситуации. Сейчас я вам покажу, как это красиво. Отражает ладно. Светит луна. Идет на него. Не будем завидовать паре. Исаки, может быть, спас на крови. Я иду вот туда. Не идти совсем далеко через мост. Там через Марс и поле. Очень люблю эту дорогу. Все можно рассмотреть, все посмотреть. Получаешь концентрат Питера за час. Сейчас подходим к Троицкому мосту. Я хочу показать украшение, которое мне нравится. Вот это вот. Мне так нравится, как держится свет. Подходим к Троицкому мосту. Мне очень нравятся вот эти украшения. Здесь стоит корабль из сторон. Повторяет очертания кораблика. Продолжаем наш видеорепортаж. Надеюсь, мы обычно здесь. Что делаю быстро. Вблизи. Сейчас я хочу снять поближе к этой палочке, чтобы красиво было в кадре. Сейчас снимаю все украшения, которые у нас есть на пути. Смотрите, я подойду поближе, там покажу еще. Вот украшение Троицкого моста. Валерия мешает. Пропалась. Там уже видеть Исааки. Идем, там немножечко остаться. Мы с вами перешли Марсово поле и вышли к Спасу на Крови. Здесь такие новогодние украшения, но я думаю, их еще не скоро снимут. Мы идем с вами на Невский. Вот это сердечко в начале зимы еще не было установлено. Я его еще не видела. Бежим. Мне пишет Марина, что она уже выходит на следующий. Бежим, бежим. Хотела снять потише, но там крышки подожаются. Дом Зингера, Казанский собор. Там красивая скульптура, тоже тепло. Елка. Еще одна. Считаем елки сегодня. Мы встретились с Мариной. Смотрим и пытаемся разгадать. Помогите нам найти проектор. Это делает проектор. И потом туда хочу посмотреть проектор. Невский. Мы у Казанского собора. Смотрите, вот человечки. А вот Казанский собор. Вот человечки. А вот Казанский собор. Девочка, поближе. А вот, мы как раз идем к вот этой вот скульптуре. Там Baby Jesus. Проекция. Мы думаем, что на крыше проектор. Так, люди, нет, вы мне не нужны. Еще на Невском такие украшения, они напоминают Джоза Сэрмон. Кому тоже это напоминает? Ставьте лайк. На фоне Зингера вообще супер. 100 рублей в календаре магниты.
Упс. Итак, мы уже на Невском проспекте. Вот такая красота. Ой, я не одна снимаю. Здравствуй, товарищ. Спасибо. Ну, какой он красивый. Так, мы пришли погреться. Вольчик. Вольчика. Вольчик? Вольчик. На Невском. Ой, что-то не падает. Так, Марина посоветовала картошку. Сейчас будем ее пробовать. Пробуем. Я сидит из 10. Рекомендуем картошечку. Так, мы сидели и поняли, что мы сидим за швейной машинкой. Старой швейной машинкой. Ну, тут Зингер недалеко, наверное. Ну, собственно, Невском. Но сейчас переходим. Вот туда мы попадем. В Дворцовой площади. Покажем самую главную елку Питера. Ой, автобус, спасибо большое. Благодарствую. О май гад. Итак, мы уже совсем близко. Здесь спецпроект со скульптурами питерских художников. Такой любопытный. Я заблюрю. А здесь фаер-шоу. И пойдем греться. Он плюнул, да? Красота! Вот она, самая главная елочка Санкт-Петербурга. А здесь тут забор, какие-то ветки, да. И все. А здесь сейчас какой-то городок с украшениями. Я хочу. Давай. Дворцовая площадь. Остатки там скажи. Снега. Последний день в этой красавице в городе. Вечно зеленые деревья зимой, зеленой подсветкой, очень классная. И там вот перышки украшения, дворцовая. Да, снова. Еще сегодня луна так светит. Все для нас. Какая красота была в этом году в Питере на Новый год. Ждем следующего Нового года. Пока-пока. Тебя завтра будут разбирать. Пока, ёлочка. Ты очень хорошо отслужила. Очень обрадовала всех ребят и нас. Сами себе машем. Видно. Ой, слушай, тут на фоне тоже машет. Наш вечер заканчивается. Едем домой. Следим за Мариной. Села. Я буду ждать. Пойдешь? А я буду ждать свою. И решила уже на красную ветку, все будет так поезд. Все, я возвращаюсь домой. Постараюсь еще поснимать возле. А, после Аврора уже сняла. Все, на этом наш новогодний выпуск подошел к концу. Завтра все украшения уже буду снимать. Поэтому вот так закончились эти новогодние праздники. Вот так закончились эти новогодние праздники. Будем ждать следующего года. А пока наслаждаться этим сезоном, этим временем.